Доброго времени суток. Я хотела оставить рекомендации и отзыв о работе Влада и Веры, которые делаем чистку меня, моих двух детей, дома и моих кошек. Самое первое, что я могу сказать, что утро, когда я уже проснулась, и мне прислали аудиозапись моей чистки, я уже сразу почувствовала что-то изменилось. Не могу в словах описать, но это было вот такое, даже свобода, можно так сказать, не склонность. Чистка моя была очень интересная. Там такой зоопарк у меня жил какое-то определенное время. То, что рассказывали, я могла соединить со своими происходящими происшествиями в моей жизни. Некоторые вещи из рассказанного я тоже чувствовала по телу, что то, что там такое непонятное. Некоторые вопросы по здоровью тоже мне были ответены, даже не задавая эти вопросы. Но самое важное для меня, я думаю, то, что я получила возможность сделать такую рекалибрацию себя как инструмент, да, поставить все по местам и получить рецепт того, что я должна делать, чтобы это все удержать. Да. Не могу сказать, что это просто, но если ты знаешь пошагово, что делать, это только тогда твоя ответственность. И мы каждый должны взять эту ответственность и про это думать. Это не какая-то там релаксация, да, что-то там проделали, но это работа с собой. Про себя, да, очень интересные трансформации проходят, работа продолжается. Могу сказать, что улучшились отношения с детьми. Особенно с подростковым возрасте сыном. Но это первая ступень, но чувствуется, что он стал другим. С дочкой, может быть, это не так выражено было, но это да. По дому, что если кто-то еще ищет какие-то визуальные знаки, я увидела, что в некоторых местах, в которых были эти порталы, уже больше нету этих комочков грязи, которые они там собирались. Я так посмеялась. Вот точно вычистили все. Так что всем советую, и те, которые подошли к этому моменту, что они хотят понять, кто они, что они, и почему что-то не слаживается, как из этого выйти, рекомендую. Еще раз большое спасибо Влад и Вера за чистку, за рекомендации, и до новых встреч!